Друзья, сейчас мы с вами находимся в магазине Диди, так называется Диди, магазин Синай. Вот мы сейчас посмотрим, как он выглядит снаружи. Вот набережная Тель-Авивская возле Яффа. И вот, видите, Диди, Синай, магазин называется. Ну вот здесь продается различная утварь домашняя. Такой милый магазинчик. Вот примусы старинные. Вот видите, 199 шекелей. Вот такие вещи, даже не знаю, что это. То ли чайник, то ли лампа. Посуда. И здесь запах специфический такой вот. Восточный запах. Вот эти палочки ароматические жгут. Вот корзинки. Вот такая мебель. Ага, лампа. А, вот супруга мне подсказывает, что вот эти кругляки – это лампы. Такой чайный набор. Вот эти лампы висят на потолке. Вот различные подушечки. Диванчики, матрасики. На Востоке любят, вы знаете, вот матрас положить на пол, прямо на землю, и вот сидеть внизу. Синай, то есть это вот скорее предметы арабского быта. Ага, беседа. Азе арави, кен? Арави? Бедуин, ага, бедуинский. Ага. Ага. Понятно. А есть визитка? Картиз? Ага. Вот девушка любезно согласилась мне дать визитную карточку туда, раба. Туда. Вот эта визитная карточка. Вот. Вот смотрите. Вот такие типа шалаша или крыша вот такая, которая сделана из пальмовых ветвей. Вот там есть второй этаж в магазине. Но эта собачка не продается. Вот такой, друзья, симпатичный магазинчик. И кто хочет из вас зайти по этому адресу, Диди Коил, может попасть на интернет-сайт этого магазина и ознакомиться более подробно с ассортиментом товаров. А мы идем дальше.